С праздником горожан поздравить прибыли глава города Хасавюрт Зайнутдин Акмазов, первый заместитель главы администрации муниципального образования города Хасавюрт Бадыр Ахмедов, Каргали Каргалиев, курирующие заместители, руководители учреждений и организаций, представители городского собрания, депутатов и политических партий, общественная палата муниципального образования города Хасавюрт, ветераны войны и труда, известные спортсмены, представители образования и культуры. Открывая концертную программу, в официальной части мероприятия глава города Хасавюрт Зайнутдин Акмазов поздравил горожан с праздником весны и труда и пожелал весеннего настроения. От всей души поздравляю вас с этим прекрасным праздником, праздником весны и труда. Желаю вам прекрасного весеннего настроения и, самое главное, крепкого здоровья, благополучия. С праздником еще раз. Представители спортивной общественности организовали показательное выступление воспитанников городских спортивных школ имени Шамиля Умаханова, Гайдарбека Гайдарбекова, Маулета Батырова по различным видам. Для отдыхающих была организована выставка работ юных учащихся художественной школы, детского дома творчества, школьных технических кружков, а также развернута праздничная торговля. Смотрим прекрасные концерты, которые подготовили также наши дети. Желаю всего хорошего, положительных впечатлений, прекрасные, радостные эмоции, которые дарят нам наши выступающие дети. Хочу поздравить всех хасавюртовцев с праздником. Желаю, чтобы успеха им, чтобы жили счастливо. Я желаю всем счастья, успехов, хорошего настроения. Перед собравшимися тысячами горожан выступили творческие коллективы Дворца культуры «Спартак», среднеобразовательных и дошкольных учреждений. Вся культурная часть программы также проходила при поддержке волонтерского корпуса «Я волонтер», которые раздавали для всех желающих бесплатное мороженое. Обеспечением безопасности и общественного порядка были заняты сотни сотрудников правоохранительных органов и управления гражданской обороны. Праздничную атмосферу поддерживают развешанные по всему городу баннеры и плакаты. Расул Гаджиев, Самат Гакаев, Абдул Алиев. Информационная программа «Пульс».